Меры поддержки всех участников специальной военной операции должны быть уравнены на федеральном уровне, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал нашему каналу о том, как в регионе планируют проводить частичную мобилизацию. Считаю, что наш лидер принял единственное правильное решение, ну и точно своевременно. Необходимо это сделать и поддержать ребят, которые сегодня находятся на передовой. Воюют против практически всего блока НАТО, наш ограниченный контингент, который выполняет задачи по СВО, соответственно, против всего блока НАТО. Ну и численное преимущество, понятно, с точки зрения мобилизационной, сегодня там в этой части на стороне украинской армии. Понятно, что не численностью задачи решаются, а умением, мастерством, комплектацией, техническим укладом. Но уверен, что и здесь мы точно так же полностью все вопросы решим. Все поставленные задачи, Крым с точки